26 мая все предприниматели нашей страны отмечают профессиональный праздник. По традиции, к этому дню в Сарове проходит конкурс среди тех, кто занимается разными сферами бизнеса. Состязание среди предпринимателей «Название лучшего» проходит в три этапа. Сейчас на первом идет сбор заявок, он продлится до 10 мая. Организаторы отмечают, что участие в конкурсе – это возможность заявить о себе, рассказать городу, что представляет из себя ваш бизнес. Нам необходимо небольшое описание бизнеса. Также это служит своего рода рекламой, потому что когда мы выставляем народное голосование, мы описываем каждого предпринимателя, то, чем он занимается, чтобы жители имели представление, кто это. Конкурс проходит по 8 номинациям. Это давно знакомый успешный старт для тех, кто открыл свое дело в прошлом году. Прорыв года для предпринимателей, которые перепрофилировали деятельность, открыли новые офисы и точки продаж. Бизнес-леди и бизнесмен для женщин и мужчин-руководителей, соответственно. Добавятся и новые номинации. Социальная ответственность. Лучший молодой предприниматель, лучший в своем деле и достояние Сарова. В этом году мы сделали внеконкурсную номинацию. Жители нашего города будут сами предлагать, по их мнению, лучшего. Народный предприниматель. Также на конкурс могут заявиться и самозанятые. После сбора заявок организаторы сделают голосование в социальной сети ВКонтакте по каждой номинации. В случае с народным предпринимателем жители будут предлагать варианты в комментариях. Сделать свой выбор в каждой номинации саровчане смогут с 12 по 19 мая. Третий этап – экспертный совет, в который входят представители ВНИЭФ, администрации города и также предприниматели-победители прошлых лет. Экспертный совет тоже будет по данным номинациям предлагать лучших. Стоит отметить, что важно на день подачи заявки не иметь задолженности по налогам. Это единственный, наверное, такой довольно-таки сложный критерий в наши времена, но тем не менее. Кроме того, есть и внеконкурсные номинации, которые не выставляют на всеобщее голосование. Промышленность, инновационный сектор и меценаты. Эти люди будут отмечены на торжественной церемонии подведения итогов конкурса «Лучший предприниматель Сарова», которая пройдет в конце мая. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.